Прошу вас, товарищи, приготовиться к ходьбе на месте. Все выпрямились, вдохните шагом марш! Раз, два, три, три! Ширину плеч. Расслабьте мышцы. Первое упражнение подтягивания. Выдохните. Ладонь на затылок. Прогнитесь. Господа, вы даже не вернитесь. Ладонь на затылок. Прогнуться. Ладонь вниз. Вдохнуть. Выдохнуть. Притяните голову. Поднимите ее вперед еще два раза. Прогнуть, прогнуться. Полностью выдох. Второе упражнение. Поднимаем руки через стороны вверх, пальцы в кулаки. Затем как бы роняем руки. Встряхиваем кистями и выпрямляемся. Внимание! Начали руки. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Руки переведите на пояс. Третье упражнение. Повороты туловища в стороны. Поворачиваем туловище в сторону, одновременно ногу вперед на носок. Руки в стороны, ладонями вверх, с левой ноги. Влево начали. Руки остаются на поясе. Четвертое упражнение. Прыжки на месте со сменой положения ног. Сделайте шаг левой ногой вперед. Поднимитесь на носки. Теперь чуть-чуть присядьте. Прыжки начали. Поднимите руки в сторону, вдохните. И опустите руки. Выдохните. Ходьбу закончить. Переходим к пятому упражнению. Сейчас мы будем делать наклоны туловища вперед, при этом касаться пальцами носков. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните, пальцы к плечам. Наклониться, коснуться носков. Выпрямиться, руки к плечам. Раз, два, три, четыре при наклоне. Выдох, выпрямляйся, вдох. Шестое упражнение, помните? Встречные движения ногой и руками. Левую ногу отставьте в сторону на носок. Руки поднимите вправо. Левую ногу вперед, вправо поднять, подвинуть, поднять, подвинуть. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Смените положение ног. Руки влево. Тоже руками и правой ногой. Раз, раз, два. Руки переведите на пояс, ноги поставьте вместе. Седьмое упражнение один раз без музыки. Правую руку вперед, левую ногу назад на носок. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Восьмидесятого года.